Здравствуйте. Сегодня мы будем тестировать самые стрёмные лайфхаки из ТикТока, из 5 Minutes Craft, откуда мы еще набрали. Короче, всякого говна набрали для вас специально. Из головы что-то вспомнили. Надежда умирает последней. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Я еще, кстати, не понимаю, зачем эти лайфхаки. Нельзя взять кисть? Темнокожих это может сработать, потому что у них такой, ну, определенный потон. Ну, так. Ну вот так вот это точно не сработает. Просто тоном просто перекрывать, потому что там на лайфхаках они прям наносят вот так себе сильно вокруг лица. Простите меня, я урод. Смотри, я представляю лицо человека, да, который сидит с утра, точки там ставит себе эстелодером вот этим. Я женщина-леопёрд. А я... Делают какие-то обычные люди. Вы видели хоть раз визажист? Ну, я вижу визажиста, который сейчас это делает. Здравствуйте. Сегодня я вам тампоном буду просто тушевать под глазами. Просто. Будет... Ну, надо доделать, у нас нет выбора. Блять, это больно, кстати. Это боль. Вообще. Тампон-убийца. Мне больно. Я себя просто отпиздила. Можно мочить его? И сейчас он начнет разбухать. Ну, лучше было бы в сетке, потому что у меня, ну... Это кубок просто огня. Факел. Нос. Там как-то так вот прикладывали, и что-то... А какой стороны? И понимаешь, вместо того, чтобы взять спонж, я... Да ладно! Слушай, дальше у нас с тобой вообще сейчас будет просто отвал всего. Ну, выбирай. Веснушки. Много вариантов, как сделать веснушки. Ты первая, я посмотрю. Издеваюсь над Наталиной. Ой, самое стрёмное это осыпание. Так, ну я тут кистью что-то пытаюсь сделать. Подожди, сейчас. Осторожнее. Это знаешь, это уже отчаяние. Работает? Наталина Поттер. Аккуратнее, только поменьше нажимай, то сейчас будет коричневый. Так, ясно. Сделать лучше. Как будто побили. И закопали причем. А я уже даже забыла, что у нас там в нашем с тобой. Брови, брови пинцетом так. Пишите, пожалуйста. Работает? Нет. Безупречный внешний. Блять. Давайте мы брови хотя бы нормально нарисуем, чтобы сидеть, но мне кажется, нам теперь... А у нас есть лайфхак для нанесения теней? Да. Короче, лайфхак такой. Надеюсь, ложки у нас одинаковые, а то будет нечестно. Берешь ложку и тушевку удобно делать по ложке круглую. А потом каткрись с другой стороны ложки. Какой другой стороны? Консилер сюда и прикладываешь, да. Да? Да, как печать, макияж этими штампами селять. Ну ты уже, вижу, ничего не теряешь, да? Я вообще... В смысле я ничего не теряю? По-моему, роскошный макияж. Что ты хочешь сказать? Идем в эту, в золотое яблоко. На мастер-класс. У кого есть время? У меня вот вопрос на протяжении всего видео. У кого есть время покупать ложку, блядь? Конечно, это же такой специфический предмет. Хоть тени у нас будут нормальные, брови не вышли, так... Просто видео Марину Лакшес унижает Наталину на протяжении получаса. Серьезно. Каткрис. Все, ребята, всех люблю. Всем пока. Пока.